Здравствуйте, друзья! У нас в пятницу, завтра, сегодня четверг, а завтра в пятницу у нас несколько таких статистических штришков добавляются к нашему каналу. Значит, во-первых, будет у нас 60 тысяч подписчиков, что довольно прикольно. Было 40 тысяч в конце апреля прошлого года, вот 60 тысяч. И завтра же будет 16 миллионов просмотров наших видео, что тоже довольно нетривиально. Я так думаю, надо же, кошмар какой, сколько времени народ потратил вообще. И Наталья Квик предлагает какой-то сюжетик, может быть, снять на эту тему вместе, там, я не знаю. Ну, может быть, и снимем. Теперь Наталья, мне кажется, у нее какой-то первый такой адаптационный период прошел, потому что она... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бабушка, ё-моё, как она идет, ой-ой-ой, боже. Слушай, пенсионерка пересекала дорогу, ужас. Ну ладно, и Наташа... пережила некоторый такой, значит, стресс, и сейчас я вижу, снова к ней вернулась ее обычная такая улыбка счастливая, такая лучезарная. И я думаю, что она втягивается в процесс, занимает время втянуться. Обычно неделька уходит на то, чтобы снова войти в студенческий режим. Знаете, когда вот мало того, что сидишь, еще задания домашние делаешь, когда начинаешь так потихонечку вникать. Вот как она вчера сформулировала, что она смотрела в замочную скважину на новую профессию, а теперь дверка переоткрылась, а теперь в щелку туда смотрит. Ну вот, и это заметно вот чисто внешне по, так сказать, ее энергетике такой вот. По уровню лучезарности. Вот, так что я думаю, что у нее хорошо все будет, и я очень надеюсь, что все будет хорошо. Вот. А всех наших зрителей я как бы поздравляю там с какими-то статистическими там отметками, которых мы периодически достигаем. Я хочу сказать, что у нас за месяц что-нибудь так, за 30 дней, да, там статистика 28 дней, а можно на 30, я привык на 30 дней смотреть. У нас за 30 дней что-нибудь так 960-970 тысяч просмотров под миллион. Это не всегда так. Это еще относительно недавно было и 400, а то 500, а то 600, а то потом опять что-то больше-меньше. Я не знаю, но поскольку с начала января, вот я вам говорил, буквально с 1 января пошло в рост и по подписке, и по просмотрам, вот, то... Вот такое дело. Значит, почти миллион в месяц, это что-то такое невероятное. Когда будет миллион, если мы допрыгаемся до миллиона, то я вам скажу. Потому что я на самом деле понимаю, что в любую секунду может куда-то опять что-то щелкнуть, и оно опять в какую-то другую сторону пойдет. И в моем, так сказать, не научном сознании, то есть я не знаю точного ответа. Поэтому, значит, это все какие-то настройки YouTube, который... то больше дает там, не знаю, не то что трафика, но больше тебя показывает где-то там слева-справа или меньше показывает тебя слева-справа, и из-за этого больше народу приходит, больше подписывается, больше смотрит и так далее. Поэтому я это все отношу к тем внутренним манипуляциям, которые у них там происходят. Поэтому в любую секунду, значит, может развернуться в любую сторону. А пока что мы радуемся тому, что у нас какой-то замечательный совершенно приток и людей, и трафика, и всего остального. Так что, ребята, счастливо. Я прибыл на работу, меня там уже ждет appointment. Вот, и до следующих встреч.